Депутаты приняли ряд решений. Одно из них – о внесении изменений в бюджет Солнечногорского муниципального района на 2007 год. Предлагается уточнить бюджет Солнечногорского муниципального района на 2007 год по доходам и расходам в равных суммах 12 667 000 рублей. Далее было принято положение, касающееся установления на территории района единого порядка признания малоимущими граждан в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. В этой связи утверждено еще одно положение об установлении нормы предоставления жилых помещений по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения на территории Солнечногорского муниципального района. Также депутаты утвердили рассмотренные на заседании депутатских комиссий муниципальные программы по профилактике правонарушений в Солнечногорском муниципальном районе на 2007-2008 годы и патриотическое воспитание молодежи Солнечногорского муниципального района на 2007 год.